вот еще двое людей. Неизвестные. Драка! 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 Никто не дерется здесь. Никто не дерется. Смотрите, людей забирают перед дело дня! Смотрите, что делают казахстанцы! Вы что молчите? Помогите! Смотрите! Подойдет! Помогите! Люди, снимайте! Народ забирают, люди! Люди, КМБ с ними! Доставили государственного адвоката, на что я ему какие-то вещи говорил, он как бы... Вначале я думал, он за меня. В конце, конечно, ситуация немного поменялась, и я понял, что я уже еду в спецприемник. Сплоченность, она очень важна, поэтому я приехал в Казахстан специально для того, чтобы придать ветра в спину этому движению по сплоченности, по выражению своего мнению и по тому, чтобы это мнение донесло и услышалось. Потому что здесь очень важно, чтобы каждый казахстанец, особенно я обращаюсь к молодежи. Сейчас на душе какая-то обеспокоенность за сегодняшний Казахстан, и я также не мог оставаться в стороне. Охота выразить обеспокоенность. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.